Всем привет, ребят, с вами Федор. И сейчас мы будем играть в Акинатора и загадывать ему ютуберов. Просто ютуберов, не только по Бравл Старсу. Ну, первым мы загадаем, пожалуй, Холдика. Холдика пусть будет. Нет. Не девушка, пацан. В реальной жизни, да. Поставился благодаря YouTube, конечно. Стал. Ну. Нет, мобильные игры. Да, имеет водительские права. Нет. Персонаж певец. Ну, нет, 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 чувак. Что думаешь так? Что-то долгий, чувак. Звук-то есть? Нет. Нет звука. Запись идет, все нормально. Ваш персонаж ведет канал на YouTube вместо... Нет. Ваш персонаж... Да, есть дети. Ребенок. Даня. Ну, Холдик. Давай, что ты такой тупой? Есть дочь. Нет, у него сын. Снимал? Да, снимал, даже писал. Связан? Нет. Заботиться о ребенке. Конечно, ты что думаешь, он в мусорке бросает? Донатят. Конечно. Нет бороды у него. Ну. Да. Допустим. Угадал. О, это реклама? Или нет? Нет. А Киприз че? Играть снова, в принципе. Теперь мы загадаем Влада А4. Женским именем? Ну, нет. Благодаря компьютерным играм? Нет. Да, больше 5 миллионов подписчиков. Да, имеет отношение к бумаге. Ну все, он отгадает честь. Красил волосы белый цвет? Да, красил. Вообще. Да ну ё-моё, сразу откатал. Да чё за фигня? Ну, ладно. Окей. Играть снова можно. Так, теперь мы загадаем. Кому мы загадаем? Вот, теперь нет. Пусть будет Хайман. Нет. Да, носит мужскую одежду. В России. Благодаря YouTube, да. Бороды у него нет. Да, английский ник на YouTube. Нет вот этой татуировки. Больше 17 лет. Я не знаю, если честно. Но я думаю, что больше. У вас персонаж связан с телефонными играми? Нет. Короче говоря, а, я понял, кого ты думаешь, Икеру. Не-не-не-не-не-не-не. С канала The Brain Maps. Если он с канала Brain Maps, то кто же это будет? А мультипликации. Я не знаю, что такое мультипликация. А, нет, не связан. С белыми волосами. Че я не знаю вообще. Нет. Скрывает лицо. Нет. Больше миллиона подписчиков. Дайте скажу, больше, намного. Мистика? Нет. Крашеные волосы? Нет. Снимает видео на улице? Да. В очках? Нет. Украинец? Нет. Дайте много денег на ролик? Да. Рыжий? Нет. Носит лабораторный халат. Ты что, мамикса мне загадываешь, что ли? Нет. Фи, я не знаю, наверное. Где-то на YouTube. Ну, нет, вроде. Чёрт, даже... Я... Откуда я знаю, ты что, издеваешься? Ну? Че? Кто это? Пушер. Не знаю, что такое отличает. Да? Пусть будет. Ну, это близкие права. Да.
И Мазера, нет. Так, носит очки. Да я же тебе отвечал, нет, ты что издеваешься? Имеет отношение к спорту? Нет. Есть сестра? Да я не знаю. Есть. А может нет. Большой живот? Да нет. Ваш персонаж больше 5 уже? Да. Занимается магией. Хайме не занимается магией. Музыкальный клип он не снимает. Да, снимал видосик. С отцом своим. А его что, Ширгин зовут? Прикольно. Да. Угу. Нет. Играть снова не будем. Вам, ребята, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!